Хотелось бы вновь обратить ваше внимание на одну из острейших экологических проблем современности – Аральскую катастрофу. В моих руках карта трагедии Арала. Думаю, вот здесь участникам сегодняшнего заседания комментарии здесь излишни. Преодоление последствий высыхания моря требует сегодня активной консолидации международных усилий. Мы выступаем за реализацию в полном объеме принятой в этом году специальной программы ООН по оказанию действенной помощи населению, пострадавшему от Аральского кризиса.